Мусульман Дагестана поздравил с праздником муфтий республики шейх Ахмад Афанди. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Валь акибату лил муттакин. Валь удвана илля аля залимин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Амма баъду, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Я всех поздравляю с наступающим праздником, праздником Ураза Байрам. Желаю, чтобы Аллах принял все наши посты, все благие деяния, совершенные нами этот месяц. А тем людям, которые были намерены и не смогли совершить, чтобы Аллах им полноценно воздал, чтобы мы друг друга больше начали уважать, здоровья, благополучия всем. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.